Всем привет, ребята, и фан канале Алан ТВ, и это реальная жизнь в кар-паркинге. Сегодня, ребят, короче, я сегодня проснулся, и возле моего дома полиция. И она меня посадила в тюрьму, потому что, помните, как я купил Range Rover? Оказывается, этот Range Rover был угнан у какого-то очень богатого богача. И теперь полиция думает, что я его угнал. А этот богач, он очень богатый вообще. И я теперь в тюрьме. Но у меня была в кармане GoPro-шка. Вот меня посадили, я ее взял и начал снимать. И еще полицейский выронил только что ключи, я их забрал и сейчас хочу сбежать. И поехать назад в Россию. Ну все, ребят, сейчас попробую сбежать. Но буду говорить очень тихо, чтобы меня не услышали. Все, ребят, я открыл. И сейчас буду идти наверх. По лестнице, и сейчас буду сбегать. Так, нужно посмотреть, ли есть кто-то там. Так. Нет, никого нет, ребят, никого нет. Странно. Давай, ладно, нужно сбежать. Давай, быстро. Так, здесь вроде бы никого нет. Сейчас посмотрим. Так. Нет, ребят, никого нет. Фух, так. Так, ребята, я слышу голоса, там вроде бы полицейские сидят. Так, ребята, сейчас нужно угнать какую-то тачку, чтобы выехать отсюда. Так, здесь две двери. Давайте, куда пойти? Я не знаю, ребят, куда пойти? Какую дверь? Так. Так, фу, там какая-то тачка. Ребят, там какая-то тачка. Давайте я ее угоню и свалю наконец отсюда. Так, давай. Вот какая-то тачка красная маленькая. Так, сейчас, все, ребят, давай, все, давай, быстрее. Все, давай. Все, сейчас попробую угнать. Есть, ребят, все готово. Все, валим отсюда. Просто валим отсюда. Ребят, я сейчас еду домой. Беру все свои деньги, которые остались, но у меня мало осталось, где-то 500 000, потому что я все потратил. Свои 5 000 000 я так быстро потратил. Короче, еду домой забирать деньги и лечу обратно в Россию, пока они не обнаружили, что я сбежал. Ребят, ну это вообще, это капец, ребят, это капец. Ребят, ну это вообще, это... О, ребят, мне нужно очень быстро ехать, чтобы они не обнаружили. Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, тогда поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а всем пока!